Сегодня приготовим куриные голени с картофелем. Для этого нам понадобятся куриные голени, картофель, морковь, репчатый лук, чеснок, майонез и приправы. В отдельной миске я смешиваю приправы, соль, давленый чеснок и майонез. Теперь этой смесью будем натирать куриные голени. Куриные голени готовы. Теперь приступаем к картошечке. Картофель очистили, помыли и нарезали такими колечками небольшими. И сейчас приступим к лучку репчатому, к морковочке. Лук мы нарежем полукольцами тоненькими, а морковочку натрем на терке. Итак, лук нарезали, морковочку натерли. Теперь приступаем к укладке. Берем форму, у меня это будет стеклянная форма, можно использовать просто противень. Смазываем маслом растительным, я так наливаю его прям чуть-чуть. Первый слой вылаживаем картошечку, подсаливаем ее. Второй слой это репчатый лук. Третий слой морковочка. И последний слой укладываем голени наши. Теперь это все мы завернем фольгой и поставим в духовку. Я думаю, градусов на 180, минут на 40. Через 40 минут достаем, снимаем фольгу и ставим опять в духовку. Я думаю, минут на 20 где-то, чтобы появилась румяная корочка. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!